ехать, до утра буду ехать, если придется. Подтверждаю, здесь тот нарушитель из прошлой погони. Вперед! Обнаружили недавнего нарушителя. Возобновляем погоню. Появился наш любимый нарушитель. Раз он так напрашивается, не будем ему отказывать. Очнитесь, ребята. У нас вовсю идет охота. Включайте мигалки и вперед. Thank you.
Ребята, перерыв окончен. Наш беглец вернулся.
Знаешь, если человек просит... Появился недавний нарушитель. Всем свободным машинам вернуться к преследованию. Как насчет небольшого бонуса? Может, вертолет? Мне сообщили, что вертушка уже в воздухе. Воздух один. Наблюдаем за погоней. Мы прибыли на позицию. Захожу для жесткого удара. Так, для информации. Мы ставим шипы на вашем пути. Сейчас ударю. Всех обогнал. Шевелите батонами. Найдите машину. Автомобиль субъекта. Машинка ничего такая. Черт! Никого больше не было! Меня только что сделали! Найдите этого водителя. Отговорки не принимаются. Вижу ту недавнюю машину. Еду за ней. Нарушителю нравится водить вас за нос. Ну же, шевелитесь. Не смейте вновь упустить цель. Всем 10 на позиции. Сейчас поможем. Тараню машину субъекта. Успешно. Машину разворотила. Наблюдайте за работой мастера. Еще чуть-чуть. Меня уже достала эта погоня. Все еще жду новостей. Пока в процессе. Ставим дыроколы на вашем пути. Они должны замедлить нарушителя. Ладно, принято. Если придется, я эту паскуду в землю впечатаю. Давай без резких движений. Есть новости? Я доложу, если появится стоящая информация. Это 7-10. Сейчас выведем его из игры. Диспетчер, наблюдаем за погоней. Thank you.
как насчет подкрепления? Такое чувство, что я здесь за всех отдуваюсь. Больше никого нет. Сегодня вам чертовски не везет. Сейчас будем давить. Бригада устанавливает дорожные шипы на вашем пути. Принято. Неплохо. Иногда важнее всего не дать о себе забыть и быть на слуху. Черт, копы сегодня жаждут крови, да? Торрес, похоже, еще жестче, чем Мерсер.